Чего выключается-то? Теперь этот бьет и пытается увернуться. Получается у него... подожди, у него... одна жизнь, поэтому он не может сбить ног. Дает инициативу. Сейчас эти стрелки стреливают. Ну, это понятно. Стреляет по пехотинцу. Это стреляет по орку. Орк умирает. Этот пока перезаряжаться будет. Этот пытается защитить. Там встает. Пехотинец пытается ударить. Но щит он не сможет пробить. Он может повалить его, если со всей дури врежет. Сейчас крючки не кубик. Не смог. Получается, что это еще шипа урон, кстати. Короче, отбегает. Этот пытается этими... Бьет, этот пытается увернуться. Сейчас сможет ли он увернуться? Нет. Погибает. Этот пытается разминировать. Как же это сделать? Я придумал. Хотя это тупо. Стрелок, короче, пытается разминировать в зависимости от навыка. Допустим, у него средний навык. Он разминировал.
А, он разминирует, но... Не знаю, сколько секунд должен пройти. Ну, короче, он успевает разминировать. Временем этот снова бьет. Может ли повалить? Да. Бьет этот, падает. Убегает, еще раз бьет этот. Ну, короче, убивает. Начинать играть в демо-версии.